Вот мы вот тут остановились, где Теска, вот здесь вот Теска. И там вот видно уздрависка, санатории там целые в горах, да? И все такое. Тут можно кошики откласть. Стация вот контроля порядка. Такие вот тут краски. О. Такие горы прям наш Узбекистан напоминает. Но у нас, правда, в Узбекистане не такие горы лохматые, как здесь. И чуть-чуть повыше. Но вот так вот все. Горы такие, поселения такие, деревеньки в горах. Уже пишет. Погода испортилась. Так было все это. Все пейзажи портят вот эти вот шумоизоляционные щиты. Понаставили, елки-палки. А природы-то и не видать, когда едешь по дороге из этих щитов. А горы, 100 лет не видела гор. Как приятно, оказывается. Лучше, чем равнина. Такой вот городочек. Висла, весь такие домики. Большинство домиков написано что-то в инаянче. Ну, конечно, они этим и живут, в общем-то, только здесь. Что здесь еще делать-то? А делать-то нечего. Нет, я имею в виду, что здесь жители. На канатке надо, а где эта канатка? Вот, это мы уже в центре Висли. Висла — это такой городок, чисто туристический. Это вот старая площадь, вот ратуша. Очень много людей гуляют, ходят. Здесь всякие сувенирчики. А вот дедушка... прямо вот тут же вот свои картины вот тут там он продает. И вот тут же он на заказ их, оказывается, и рисует. У него стоит мольберт. И вот он так рисует. Вот, даже тут небольшой такой оркестрик играет. Вот там. Вот такое вот настроение. Молодцы. Приятный такой курортный городочек. Сливаемся с природой. Так, ну и еще чуть-чуть вот этого городка Вислы, где начинается река Висла. Вот это вот центральная улица, и вот эта центральная улица, она вся эта сплошная жрачка. Еда. Всякие, ну, еда. Кафешки, ресторации. Ну, мы, конечно, тоже тут поедем. О, смотри, сувениры вон. Разные сувенирчики такие и деревянненькие. Ну, мы на сувениры на эти только смотрим, но как-то не покупаем. Вот как-то вот все-таки, как подумаешь, блин, дорого. Вообще надо было вот с каждого города привозить какой-нибудь сувенир. Сколько бы мы уж сувенирчиков было? Мы уже тут в 1000 городах польских были. Вот. Это еще вот такая вот панорама очень красивая. Приятненький, конечно, городочек такой. Это аллея. Она ведет вот в это там уздрависка, дом виднеется вот между аллеей. Очень красиво, конечно, место. Мы как до конца? Вот мы едем на дорожке и на канатной дороге в городе Устроне. Очень высокая, 800 метров, а она едет 10 минут. Вот у нас тут лес виден. Тут виден лес, да. Вот баба сидит, а вот там сзади есть целый прикол. И она очень быстро едет, такая, да.
Вот мы уже поднялись сюда на эту высоту, и вот мы уже на высоте. Здесь канатки, они очень быстрые. Конечно же, нам меньше, чем 10 минут заняло. Тут такое интересное, где эти канатки ползут. Такая кабина, вот здесь специально стоит вежа, а там можно специально идти, чтобы вон туда и там наверх уже поднимаешься, и там специальная вышка, с которой можно смотреть. Но здесь и так красивые пейзажи. Вот уже 18:30 уезжает... 17? Да, 17 здесь съезжает новая коллега, последняя, и мы сейчас уже туда пойдем. По Вологде. Очень, очень тут интересно, очень оборудовано очень хорошо, поэтому очень, очень, очень классно. Вот, так я вам скажу. До свидания.